Всем привет, друзья! Сегодня я хотел бы обсудить с вами тему переезда в Чехию в 2021-2022 году, рассказать про все сложности, тонкости, аспекты и также обсудить ситуацию с пандемией в мире. Смотрите видео это до конца, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, напишите любой комментарий, а мы с вами поехали! Переезд в незнакомую страну – задача серьезная и ответственная. В первое время вам нужно будет выбрать, чем вы вообще хотите заниматься, выбрать ваше направление. Это может быть работа, учеба, возможно, какой-то бизнес и так далее. И также важно понимать, какие сложности у вас могут быть на вашем пути. Это может быть какие-то там налоги определенные, да, какие-то обязательные платежи, какие-то законы специальные, да, какие-то трудности, в общем. Это все нужно будет просчитывать, потому что на практике, когда вы это все будете уже знать, вам будет намного легче, потому что вы это уже предусмотрели. Даже если вы полюбили и узнали страну как турист, поехав туда на работу или же обучение, это будет совершенно другое восприятие. Несмотря на то, что Чехия очень маленькая страна в самом центре Европы, она очень популярна для туристов. Переезд в Чехию вам может принести как много позитива, так и сразу же много негатива. И это тоже нужно учитывать в самом начале. Ответ на вопрос, почему многие, выбирая страну для миграции, предпочитают Чехию прост. Чехия стабильно входит в топ-30 лучших для жизни стран мира и выделяется качеством образования, здравоохранения, а также безопасностью. Для граждан стран Восточной Европы Чехия особенно привлекательна, благодаря схожести языков и менталитета. Эмигрантов не пугает, что Чехия далеко не на первом месте по рейтингу финансового благополучия в Европе. И зарплаты, конечно же, у них меньше, чем в Германии или Австрии, но нередко Чехия рассматривается как некий трамплин для того, чтобы в дальнейшем вы развивались уже в Европе. То есть, возможно, не только в Чехии, и вы можете получить вид на жительство, гражданство, и вы можете развиваться уже в любой стране. Если вы будете знать язык, вы будете нужным, необходимым специалистом, и вы можете развиваться, в принципе, в той же уже Германии, Австрии, Польше, Словакии, Венгрии, где вам, в принципе, интересно. Но процедура иммиграции, конечно же, имеет свои особенности. Давайте с вами рассмотрим способы иммиграции в Чехию. Первым делом вам нужно будет выбрать вашу цель поездки, что вы будете там делать, как я говорил ранее, учиться, работать, заниматься бизнесом и так далее. И уже на основании этого определиться с визой. Это будет краткосрочная виза до 90 дней, либо же двухгодовая рабочая карта с возможным продлением, то есть вид на жительство, либо же карта побыта. Именно поэтому вы будете понимать вашу дальнейшую перспективу, как вам нужно двигаться, какие нужны необходимые документы делать и так далее. Это вам, в принципе, очень поможет. Обычно, если вы хотите познакомиться со страной, вы там еще не были как турист, конечно же, лучше сделать сначала трехмесячную визу, для того, чтобы посмотреть вообще, как эта страна, какой менталитет и так далее. В принципе, 90 дней вам будет достаточно, чтобы познакомиться со страной, посмотреть на уровень зарплат, посмотреть на людей, посмотреть на работу, пообщаться с гражданами этой страны, познакомиться, посмотреть вообще, как они живут. В общем, полностью вникнуть в эту страну и понимать, интересно ли вам там вообще дальше находиться. Посмотреть на образование, как вообще можно развиваться там, как можно получить его, как можно развиваться в вашей сфере, как можно зарабатывать больше, как можно расти, какие пенсии и так далее. Я рекомендую это все детально изучить еще пока вы находитесь дома. Как я сказал ранее, самые популярные способы мигрирования в Чехию это работа, учеба, бизнес, воссоединение семьи и, конечно же, есть еще другие варианты. Вы можете мигрировать в Чехию, если вы профессиональный спортсмен, который занимается на профессиональном уровне и готовится на соревнования. Также, если вы деятель культуры и планируете выступить на художественных или научных мероприятиях. Начнем мы с вами с обучения. Переезд в Чехию с целью обучения очень популярен у молодежи из стран Восточной Европы, ведь высшее образование в государственных вузах Чехии бесплатное, но при условии, что вы обучаетесь на чешском языке. Вам необходимо только сдать экзамен на знание языка, есть возможность обучаться на английском, немецком, русском и других языках, но в таком случае образование будет платным. Для получения учебной визы вам даже не обязательно поступать в вуз, ее вам могут дать до 90 дней, потому что вы можете проходить какие-то учебные курсы, которые могут длиться более 3 месяцев. Если во время вашего обучения вы понимаете то, что вы скорее всего будете уже оставаться в Чехии, развиваться там дальше, вы можете подать заявку на получение ВНЖ. Это также дается без проблем людям, которые уже закончили успешно вуз, и вы можете оставаться дальше в Чехии с целью трудоустройства или же ведения бизнеса. Но очень важный момент, уже после завершения обучения точно такая же опция доступна претендентам, которые приехали в Чехию для научных исследований. Уже по истечению этих всех мероприятий вы также можете подаваться на ВНЖ. Бизнес в Чехии. Долгосрочная бизнес-виза выдается тем, кто желает вести в Чехию предпринимательскую деятельность. Помимо справки об отсутствии судимости, медстраховки и подтверждения наличия жилья, претенденту понадобится подтвердить, что он зарегистрирован как юридическое лицо. Для этого вам нужно будет зарегистрировать вашу компанию. Для получения ВНЖ с целью ведения предпринимательской деятельности вам нужно будет получить документы, которые подтверждают о том, что вы никому ничего не должны. То есть то, что с государством у вас никаких нету задолженностей. А также вам нужно будет доказать, что ваш бизнес покрывает ваш прожиточный минимум и также покрывает прожиточный минимум всех ваших членов семьи, если вы
вы поехали с семьей. Инвесторы. Существует также виза инвестора. Для получения ее вам потребуется осуществить значительное вложение в экономику страны, документально подтвердить ваши финансовые возможности, отсутствие долгов, а также доказать, что ваши доходы были получены легально. Дополнительно может потребоваться справка об отсутствии судимости, медстраховка и подробный бизнес-план, как вы планируете инвестировать. Наверное, самый популярный вариант ВНЖ в Чехии – это, конечно же, воссоединение с семьей. Разрешение на проживание в Чехии с целью воссоединения семьи доступно близким родственникам граждан страны. Кроме того, заявления на ВНЖ могут подавать близкие иностранных граждан, которые проживают в Чехии не менее 15 месяцев и имеют вид на жительство. В случае воссоединения с супругом возраст обоих должен быть не менее 20 лет. Если у вашего супруга или ребенка есть статус беженца, вы также без проблем можете получить вид на жительство. Для этого вам нужно будет просто подать заявку. В таком случае при подаче заявления документов вам также потребуется предоставить подтверждение вашего финансового обеспечения. Суммарный доход после воссоединения не должен быть ниже прожиточного минимума на каждого члена семьи, а также должен покрывать расходы на жилье. Следующий наш пункт – это в Чехию на работу. Самый актуальный вариант эмиграции на сегодняшний день. Если же вы намерены переехать в Чехию и найти там работу, после оформления вида на жительство вам нужно будет оформить рабочую карту. Называется она «Заместнанская карта» и выглядит примерно так. В начале этого года в Чехии были некоторые изменения касаемо двухгодовых рабочих карт. Раньше карту могли дать абсолютно любому виду деятельности по программе «Неквалифицированный работник». Сейчас же карты дают по программе только «Квалифицированный работник», то есть вам нужно будет сразу выбрать работу по вашей специальности. Но я скажу вам самое главное. На самом деле ничего не поменялось, кроме как документов и названия. Раньше была просто «Неквалифицированная программа», сейчас она «Квалифицированная». И люди, которые едут даже на какой-то завод без каких-то навыков или умений, они без проблем делают рабочую карту и едут на работу. Но в документах у них пишут, что они, например, работают там сварщиком, либо же работают каким-то технологом предприятия. Такое тоже может быть. К сожалению, работодателю и кандидатам как-то приходится выкручиваться, поэтому делают так. Я уверен, что это видео сейчас смотрят люди, которые подавались на двухгодовую рабочую карту еще в начале этого года и до сих пор не получили ответ. Знаете, ребята, что это все происходит именно из-за этой смены, плюс у них были там выборы, плюс эти все документы поменялись, нужно было все переоформить. Некоторые фирмы вообще закрылись, их почистили с рынка, так сказать. Поэтому, конечно, если вам не повезло, то вам нужно оформляться уже заново. Ну а если вы подавались в этом году и получили ответ, напишите, пожалуйста, в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну и давайте подробнее о шагах, которые вам нужно будет обязательно сделать для переезда в Чехию. Независимо от вашей цели пребывания в стране, вам нужно будет получить долгосрочную визу. Это ваша самая главная первоначальная задача. Второй шаг – это заявка на получение вида на жительство с той же самой целью, которую вы указывали для получения визы. В некоторых случаях цель получения визы и цель получения ВНЖ, конечно же, могут отличаться, и тут простой пример. Вы приехали на обучение, поняли, что это ваша страна, закончили полностью вуз и решили пойти на работу. Тогда, в принципе, у вас меняется немножко ваша цель. Либо же вы приехали на работу, прошло какое-то время, вы насобирали необходимый капитал, открыли компанию, и ваша цель изменилась, потому что вы начали заниматься уже бизнесом. Независимо от того, какую страну вы выбрали, процесс эмиграции несет свои риски, но также открывает очень большие новые возможности. Очень важно постоянно развиваться и не стоять на месте. Даже если вы приехали разнорабочим и вы, в принципе, пока еще ничего не умеете, но вы хотите что-то осваивать, изучать, получайте необходимые сертификаты европейского образца, учите чешский язык, и тогда у вас будет все отлично. Вы будете необходимым специалистом, и вас обязательно возьмут на работу. Но и если вы специалист, например, сварщик, и вы приехали сразу по специальности вашей работать, также развивайтесь в вашей профессии, изучайте новые механики, новые какие-то технологии, и тогда ваша зарплата тоже будет расти. Стоимость жизни в Чехии, конечно же, ниже, чем в других европейских странах, но ниже и зарплата, и это нужно тоже учитывать. Поэтому, если сопоставить зарплату и растраты, оно будет примерно одинаково. Если в Чехии вы сможете позволить себе комфортный отдых, то при посещении соседних стран, например, Австрии, уровень цен может вас неприятно удивить. В список обязательных расходов включите медстраховку, так как она в Чехии обязательна. Пока вы не получите разрешение на постоянное проживание, вам будут доступны только коммерческие виды медстраховок. Чехия – это центр Европы. Тут максимально приятный климат, нет резких перепадов температуры. Возможно, вы посчитаете недостатком отсутствие выхода к морю, но в качестве компенсации Чехия предлагает разнообразие национальных парков, реки, озера, каньоны и скальные города. Все приехавшие отмечают прекрасно развитую инфраструктуру для велоспорта не только в городах, но и за их пределами. Это делает Чехию отличным местом для активного отдыха. Что касается жилья, наверное, для вас это будет хорошей новостью, иностранцам можно приобретать собственную недвижимость. Ипотечные ставки по сравнению с другими странами Евросоюза достаточно низкие, и в принципе жилье можно купить очень выгодно и не сильно переплатить за это. Но и учитывайте тот момент, что жилье в Праге будет стоить одну сумму, а за пределами города будет стоить совершенно других денег. Русскоговорящим иммигрантам ассимилироваться в Чехии будет проще, чем во многих других странах ЕС, благодаря схожести языков. Кроме того, в Чехии просто огромнейшее количество приезжих из постсоветского пространства, поэтому найти новые знакомства не составит труда.
Все, вы решили ехать в Чехию, начали изготавливать свои документы, но важно также не забывать про язык. Его я рекомендую начать изучать за пару месяцев до вашего приезда, потому что, когда вы приедете, вы больше всего будете общаться именно с чехами, так как именно на объектах двухгодовых, да, более перспективных, чаще всего на работе работают именно только коренные жители. Но, конечно, процент русскоговорящих людей там, конечно же, есть, которые вам могут помочь в любой ситуации. Просто сам чешский поможет вам быстрее двигаться по карьерной лестнице, и так чехи увидят то, что вы понимаете что-то, и вам могут давать более сложные задачи, и, конечно же, для вас это будет больше оплачиваться. Когда вы уже приедете в Чехию, вы будете проходить некий процесс акклиматизации. Этот процесс достаточно такой сложный и жизненный. Вы будете сталкиваться с разными сложностями, такие как менталитет, слова, штрафы, как получить правильную сим-карту, как открыть карточку в банке и так далее. И, конечно, к этому нужно быть готовым, потому что для вас это что-то новое, это что-то неизведанное, это в первый раз, и, конечно же, в другой стране это делается все совершенно по-другому. Вы должны быть психологически устойчивыми, это все временно, и вы к этому также обязательно привыкнете. На самом деле человек такое существо, которое ко всему привыкает, и, конечно же, адаптация в новой стране — это не исключение. Но когда вы приезжаете, вы себе, возможно, изначально рисовали какую-то одну картинку, да, там, еще будучи дома, вы представили то, что у вас будет одна ситуация, то, что у вас там будет определенная работа, жилье и так далее, то, что у вас там будут работать такие-то люди, вы себе нарисовали картинку, и когда вы приезжаете, реальность может быть совсем другая. Не обязательно плохая, но просто другая, не такая, как вы себе ее представляете. Друзья, если вы хотите больше таких видео, обязательно поставьте лайк, напишите любой комментарий, подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны, а я для вас буду снимать новые, более интересные, информативные видео. Всем пока!